Willkommen in Якутия! Все. Купаюсь в ледяной воде уже более 30 лет. И хочу сказать, что это для здоровья очень прекрасно. Адреналина очень много приходит, гормонов очень много пробуждается. Так что для лечения это очень самое полезное закаливание. Иммунитет очень 10 раз, наверное, 5-10 раз повышается, очень сильно становится иммунитет. Витамины наши, витамины. Ничего не полезно. Смотрите, для здоровья полезно, для иммунитета полезно. Все это натуральные продукты наши. Вот. Самое полезное витаминное – это жердяй. Шестимесячный ребенок. Туннель мы надо. Самое лучшее это, скорее всего, природа, не так уж сильно затронутая человеком, так как особенности продуктов наши, так как они в основном почти все натуральные. Именно. Представляю вам подлетный чир. Это считается как достояние нашего народа севера. Самое популярное блюдо в Якутии.
рыба сырая, но замороженная. Так, обратите внимание, многие говорят, что рыба не проходит температурную обработку. Но на самом деле я скажу обратное. То есть у нас в Якутии морозы минус 50. Минус 50 это уже как считается температурная обработка. То есть на таком сильном холоде все микробы и бактерии уже сразу умирают. Поэтому можно сказать так, что она так проходит температурную обработку. То есть природа ее уже сама по себе готовит, считай, употребление. Специальное приспособление называется «Иртык». То есть это традиция нашего народа. Сильнее сжимайте и вот так вот. Какая бедная харва. Как ваши руки? И в детстве еще я любил. Чепти керин, ахта хатна, ахтыгын анын ас, аналыгын теле. Дом. 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 Та жон өйдөнөр, бу бәтин төрүттүгөр келенер эти. Айданыр деди хумара. Кинга тай бу булыр гаха калы дилер, саха кине дилер. Онда бу бихе хамай сахаларга, хамай туктык бите, хамай үдүкү чыпчалга тураш инструмент. Бу айылга айылганы кытта хетим нэр калыбыра. Ты айылга тыгын бардым тахарлар ошо комушуттар. Калыбыра. Тох кускасаң атын, туруя кыталык саң атын.